Застройщик начал возводить здание в микрорайоне Макаренко без разрешительных документов. При этом собрал деньги с граждан, составил 37 предварительных договоров купли-продажи. По суду самовольные постройки были снесены. Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал безрукавого Эдуарда Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил последнему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших на общую сумму более 89 миллионов рублей.